Круто, мы добежали до Альпийских гор. Посмотрите, пошел снег. Вот это да, мы открыли новый уровень. Ребята, вот это круто. Вот это просто классно, я хочу вам сказать. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы продолжаем играть в зомби-цунами, ребятки. Погнали, давайте все повыбираем. И поехали. О, у нас уже сразу, ребятки, 6 зомбиков. Посмотрите, тыквенная голова, ребятки, уже готова к приключениям. Переворачиваем автомобиль и поехали. Так, следующий автомобиль тоже, ребятки, переворачиваем. А, он превратился, ребятки, в монеточки. Это просто супер. Прыжок, прыжок, отлично. Второй прыжок просто супер, ребятки. Новые зомбики, ребятки, идут на войну. Ой-ой-ой, половину зомбиков, ребятки, я потерял, как всегда, на ямах. Но ничего, тем не менее, ребятки, я не сдаюсь и продолжаю эту замечательную игрушку. Так, переворачиваем мусорный бак, забираем монетки. Так, скакаем, а то бомбочка стоит, ребятки. На бомбу ни в коем случае, ребятки, нельзя, потому что это будет очень серьезно. Так, отлично, отлично, просто супер. Вах-вах-вах, да что ж ты будешь делать? Потерял одного зомбика, ребятки. На бомбочке потерял. Вау, прыжок, прыжок, прыжок. Так, а что у нас здесь, ребята? Здесь у нас... О, у нас здесь зомби-мозг, ребята. Прыжок. Отлично, ребятки. Прыжок. Второй. Еще раз прыжок. Отлично. Круто. Просто замечательно, я считаю. Отлично. О, отлично, ребятки. Мы даже перевернули с вами только что автобус. Вы это видели, ребят? О, вот это классно. Прыжок, прыжок, машина, ребята, едут. О, отлично, мы их даже, ребятки, разбивать можем. Вот это так долго я вот этим жуком хожу, жук-мозг, ребята. Огромный, огромный мозг зомби, ребята. У нас 16 зомбиков, даже зомби в шляпе был, но упал в яму. Тыквенная голова, скакай, хух, ребята. Я думал, я тыквенную голову потеряю. Это самый важный, ребятки, предмет в нашем, ребятки, зомби-апокалипсисе. Зомби-цунами бегут, ребятки, и хотят съесть всех людей. Перфект, отлично, которые хотят, ребятки, нам помешать противостоять. А против нас, я напомню, ребятки, идет большая армия, которая хочет разбомбить этих злых и нехороших зомби. Ой-ой-ой, ребятки, нас так мало уже осталось. А что здесь? А, здесь, ребятки, ниндзя. Отлично, ребяточки, сальто, полетели. Вах-вах-вах-вах-вах. Отлично, ребятки, у нас в монетки превращаются в бомбы. Азо, эти, ниндзя, походу, должны разрезать эти. Так, отлично, отлично, отлично. Давай, давай, давай. О, перевернули, я думал, мы сейчас не сможем перевернуть. Но мы все-таки сумели перевернуть, ребятки. Ох, отлично. Ребята, посмотрите, как ниндзя крутятся. Ой-ой-ой, половину ниндзя, конечно, растерял на бомбах. Но, тем не менее, ребят, мы продолжаем наш суперзабег. И это просто круто. Ой-ой-ой-ой, ребятки упали, потому что я думал, что мы до сих пор ниндзя. Мы уже превратились в обычных, ребятки, зомбиков. И таким образом мы проиграли. А если бы не это, естественно, мы бы с вами, ребятки, конечно же, выиграли. И не было бы у нас никаких, ребятки, проблем. Так, ребятки, мы что-то с вами открыли. А что это такое? Ребятки, это новый вид на Альпийские горы. Вот это круто. Мы открыли с вами новый вид на Альпийские горы. Это просто, ребятки, классно. Так, ну что ж, здесь нам, как всегда, предлагают, ребятки, продать мозги. Мы это, ребятки, делаем. Идем в магазин, ребятки, и покупаем. А, у нас открыто. У нас, наверное, нам не надо ее покупать. Она сама открылась, ребятки. Так, ребятки, ну что ж, погнали, 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 погнали. Сейчас посмотрим новый вид, ребятки, на гору. О, посмотрите, ребятки, мы в городе бегаем. Посмотрите, как прикольно. Какие, ребятки, здесь огромные небоскребы. Перфект, отлично. Так, ребятки, переворачиваем второй автомобиль. Отлично. Побежали, побежали, побежали. Прыжок, прыжок, прыжок. Еще один. Просто круто, просто классно, ребятки. Так, еще давайте пособираем вот эти монеты, которые здесь разбросаны.
Так, и давайте еще, наверное, перевернем вот эту. О, отлично. И вот это. О, круто просто. Так, прыжок еще раз. Ой-ой-ой-ой, что творится здесь? О, вон Альпийские горы, которые мы открыли с вами, ребята. Круто, мы добежали до Альпийских гор. Посмотрите, пошел снег. Вот это да, мы открыли новый уровень. Ребята, вот это круто. Вот это просто классно, я хочу вам сказать. Так, 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 так. Собираем вот это все, что нам надо. Прыжок, 17 зомбиков, ребятки, все-таки бегут. Это уже все-таки не шутки, ребята. И здесь у нас огромная голова, мозг, ребята. Зомби-мозг, который порабощает всю вселенную, ребятки. Отлично, отлично, просто супер. Классно. Ого, ребята, посмотрите, как я лазерями сжигаю все, ребятки, на своем пути. И собираю много-много зомбиков. Ого, самолет превратил в монеты. Вы видели, ребятки, сколько было монет? Вот это классно. Вот это уже, как говорится, ребятки, серьезно. Так, аккуратненько. Птичка. О, десантники. Десантников я съел, ребятки. Это просто круто. И танк, ребята. Ого, у нас 23 человека. Мы перевернули танк, ребятки. Так, тихо-тихо, а то много бомб пошло, ребятки. Надо быть очень бдительными, аккуратным. Там где-то вертолет, ага, мы его разбили. Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали. Ребята, мы уже с вами добежали довольно-таки далеко. И самое главное, это не теряться. Осталось 3 зомбика, ребятки. Надо как-то быть более внимательными и бдительными, потому что сейчас на любую бомбу, ребятки, мы наскочим и все, ребятки. И проиграем таким образом. Так, ребятки, ну что ж, что у нас здесь есть, ребятки? Здесь у нас есть ниндзя. У нас их только 2 штуки. Ага, вот сейчас будет 3, я так думаю, да, ребятки. 3 ниндзя, это уже, ребятки, намного серьезнее, чем 2. 2 это, конечно же, мало. Так, ну что ж, я думаю, 4 человечка нас уже будет с вами. Так, вертолет давайте пропустим. Ой-ой-ой, прыжок, прыжок, прыжок. Аккуратно, аккуратно, пожалуйста. Еще раз. Отлично, отлично. Просто супер, дорогие друзья. Так, 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 так. Все идет, ребятки, пока по плану. Все идет пока так, как именно мы хотели. Так, прыгайте, потому что на автобусе можно, ребятки, просто-напросто остаться без ничего. А, ребята, ну как так? Я упал и проиграл. Ну как так? Скажите мне, пожалуйста. Такого же не должно быть. Я должен был выиграть. Так, ребятки, ну что здесь у нас? А здесь у нас следующее, ребятки. Мы с вами набрали полбутылька какой-то жидкости для того, чтобы открыть потом какую-то штуку. Так, ну что ж, ребятки, погнали с вами посмотрим в маркет. Купим, ребятки, вот эти штучки. И пойдем дальше, ребятки, проходить нашу замечательную игрушку. Побежали! Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, всех я зомбиков, ребятки, собрал. Давайте машину все-таки перевернем эту. Так, дальше, дальше, дальше. Побежали, 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 побежали. Перфект. Отлично. Просто супер, дорогие друзья. Так, погнали, 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 погнали. Берем этого чувака. Потом берем второго. Потом берем третьего. Потом берем четвертого. Ой-ой-ой, а как я так, ребятки? Я упал в яму. Как так-то? Такого не должно быть. Я такого не должно быть. Давайте заново. Заново давайте, ребятки, возьмем, потому что я упал в яму. Это никуда не годится. Надо повторять, ребятки. Обязательно повторять, потому что я никак не совпал. Немножко пропустил и упал, ребяточки, в яму. На самом деле я должен был побежать прямо. Так, отлично, 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 отлично. Побежали. Так, всех девочек, ребятки, съедаем на нашем пути, как всегда. Переворачиваем наш автомобиль. Поехали, 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 поехали. Перфект, отлично. Просто замечательно. Погнали, побежали, переворачиваем машину. Давайте, зомби, у нас уже 12-13, ого, 14-15 зомбиков, ребятки, бегут. И это просто отлично. Половина, конечно, на ямах, как всегда, ребятки, теряется, но не стоит из этого делать огромную проблему, потому что, ребятки, сейчас нам на пути опять попадутся куча зомбиков, где мы сможем с вами, наверное, съесть всех остальных, ребят. Та-да-да. Так, собираем, ребятки, монетки. Перфект. Так, отлично, ребятки, опять вот зима у нас. Опять у нас зима. И здесь мы собрали, ребятки, уфу. Отлично, это клонирует наших зомбиков летающая тарелка. Это просто замечательно, я считаю, что мы
Нашли такую штуку, ребята. Снег идет. Наши зомбики замерзли, ребята. Пошел снег. Посмотрите, пошел снег. Ребята, мы добежали до Альпийских гор. И пошел снег. И наши зомбики мерзнут. И таким образом они пытаются согреться, ребята. Погнали, 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 погнали. Отлично, отлично. Просто супер, дорогие друзья. Просто классно. Давай, 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 давай. Поехал, поехал, пошел, 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 пошел. Давай еще раз прыжок. Ну, молодец. Ну, ты просто молодец. Так, отлично. Еще раз прыжок. Отлично, еще раз прыжок. Отлично, отлично. Просто супер. Прыжок. Ой-ой-ой-ой, бомбы, ребята. Я потерял на бомбах очень много зомбиков своих. И, о, ребятки, десантники, парашютисты, идите сюда, я вас съем. Ребята, мы добежали до Мексики уже, посмотрите, здесь. У нас пирамиды майя. Ребятки, давно такого не было, ребятки, вот этого воздуха, которым мы наполняли наших зомбиков, и таким образом, ребятки, летали. Но теперь мы, ребятки, наконец-то взлетели. Так, ну что ж, давайте следим за эту девочку. Отлично, и даже автобус, нет, автобус не успели уже съесть. Да ладно, ладно, ладно. Так, ребятки, я же чувствую, наверное, мне осталось здесь не так много и летать. Наверное, сейчас, ребятки, я все-таки приземлюсь. Вот, видите, 21 зомби у нас. Вон гора Рашмар, ребятки, где все президенты американские собрались. Ой-ой-ой, надо быть аккуратным. Побежали, побежали, побежали. Вот это, ребятки, уже скорость. Вот это, ребятки, уже все-таки не шутки. Половину зомби, как всегда, я растерял. И надо быть очень бдительным и аккуратным, потому что это, ребятки, не шуточки. Погнали, 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 погнали. Наши зомбики. Ой-ой-ой-ой, я всех зомбиков растерял практически. Посмотрите, ребятки, какая скорость. С какой скоростью я бегу, ребята. Вы просто на это посмотрите. Это же просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, один зомбик остался. Ребятки, как вы думаете, сумею я пробежать? Ай, я разбился. Разбил последнего зомбика. Ну ничего, дорогие друзья. Так, ребятки, ну что ж, этот эпизод, ребятки, на канале Вечное Детство подошел к концу. Ребятки, вы были на канале Вечное Детство. С вами был, ребятки, как всегда, Юра. Сегодня мы играли в зомби-цунами, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, ребята. Пока-пока.